Для того, чтобы стать богатым, недостаточно только откладывать. Естественно, нужно больше зарабатывать, нужно развиваться. Но если ты больше зарабатываешь, при этом условии у тебя появляется большая возможность и откладывать. Соответственно, ты формируешь больше свой резервный капитал, который обеспечивает тебе и твою пенсию. И обеспечит тебе пассивный доход, который сделает тебе еще богаче. Но изначально надо зарабатывать. Потому что если ты не будешь стремиться зарабатывать, а ты будешь только откладывать, соответственно, ты будешь или по найму работать. Я не знаю людей, которые стали богатыми, которые работали на зарплату и не развивались. Ты должен делать шаг, получать новую возможность, ты должен развиваться, ты должен больше зарабатывать, тогда ты будешь больше накапливать. Сколько тебе сейчас лет? Посчитай, сколько тебе осталось, чтобы накопить. Если ты вот уже тебе там, ну сколько там, 40 лет, 20 лет прошло, у тебя осталось 20 лет. А что ты за эти 20 лет накопил? Ничего. Ну, ты спустил жизнь под хвост. Как ты ничего не сделал? У тебя осталось немного времени для того, чтобы накопить. Если там ты мог откладывать там по 5% 40 лет от своего дохода, то у тебя был бы уже капитал. Возьми с калькулятором, посчитай. У тебя было бы уже много денег. То есть ты уже был бы обеспеченный человек. Вложить в инвестиционную компанию, в разные фонды, даже в банки. И получать проценты ты мог жить. Или купить квартиру, и сдавать ее, и обеспечить себе в два раза больше, чем платит государство пенсию за эти 20 лет. Если ты не думал, то когда ты собираешься? Завтра, потом, с понедельника, со следующего года. Сейчас это надо делать. Осталось-то сколько? Если ты сейчас не думаешь головой, ну... Дурак.